1 июня в Ханты-Мансийске сразу в одном месте соберутся более 600 полицейских. Они пройдут парадом по центральной площади города. Событие приурочено к 300-летию ведомства. Сейчас полицейские чеканят шаг. Репетиции у них проходят ежедневно. На одной из них побывала София Исаак. Предполагается участие всех подразделений, которые расположены на территории округа, от Березы до Нижневартовского района. Да, поэтому это достаточно такое комплексное и большое мероприятие. Левой, 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 левой. Нет таких сложностей, прям, чтобы шагать. Тем более мы шагаем уже второй день, и до этого репетировали на 9 мая практически недели три. На сегодняшний день сложностей таких у нас не возникает. Лена! Я на ногу пойду! Здесь огромное количество людей, музыка, барабаны, то есть собака не приучена к этому, она, конечно, нервничает чуть-чуть. Но я думаю, мы справимся. Дальше все начинают подсекать ногу. Все на солома. Если первые еще идут, так более-менее, то где-то середина и дальше. Все на солома. Прямо! Спит! Спит последняя шеренга! На месте! Слушаем команды, чего вы раньше времени останавливаетесь, торопитесь куда-то?